Доброго всем дня! Я вам хочу рассказать про ошибку F11. Мы ее сейчас в новой установочке специально сделали, чтобы вам об этом рассказать именно наглядно. К нам обратилось в этом году, этой зимой, примерно 3-4, может быть, человека, может, что-то путаю. То есть, и ошибка F11, она иногда бывает. В основном, во всех 3-4 случаях, это было пропадание электроэнергии от чего-то. То есть это либо там выбило автомат, либо Латвэнерго выключила, скажем так, электричество. И потом, когда она включается, вы можете видеть вот такую F11 ошибку, при которой у вас при запросе комнатного датчика у вас все происходит, да? То есть у вас работает горелка, но моргает какая-то вот такая штуковина F11, которую вы никогда не видели, и чего же с этим делать? То есть я сейчас покажу, как эта ошибка устраняется. Вы можете всегда нам позвонить, мы бесплатно консультируем и исправляем ее по телефону. То есть что вы для этого делаете? Нажимаем кнопочку «И», да, и держим ее 10 секунд, пока не появится Т5 или ТС. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот она, это Т5 или ТС в инструкции. Значит, нажимаем один раз, еще раз И, да, то есть тогда мы держали 10 секунд и потом один раз, 10 плюс 1. Вот, и вот этой кнопочкой нам нужен режим P25. То есть третью кнопочку нажали, держим, или можно ее вот так нажимать, отпускать, да, но нам нужен P25. То есть это F11, это у нас при наличии бойлера, вернее, когда у нас бойлера нету, датчика НТЦ нету, то есть у вас только подогрев котловой воды, то есть отопление дома, и в этом случае вам надо зайти в P25, Enter или OK, или ввод, нажимаете, и вот здесь двоечка. И эту двоечку нужно поменять на 1. Соответственно, третью кнопочку нажали, 1, и окей, да, зафиксировали 1. То есть иногда, по каким-то причинам, не всегда, но она, P25, идет на заводские настройки при появлении заново неожиданной электроэнергии, да. То есть и тогда мы также из нее выходим, как и заходили, только в обратном порядке. Один раз И, опять видим Т5, и нажимаем на 10 секунд, пока не появятся наши градусы, которые были. То есть таким образом F11 устраняется, P25 двоечку переводим на 1. Еще раз повторю, это происходит, если у вас нету подключения горелки НТЦ датчика от бойлера. То есть двойка — это когда есть и отопление, и подогрев горячей воды. А когда у вас только идет на отопление дома, то двойка дает вот эту ошибку F11. Наверное, понятно объяснил. В общем, если непонятно, пишите. Будем разбираться. Благодарю.